Меня зовут Кент Эрик Хегман, я ведущий дизайнер Heroes of the Storm. Добрый день, Эрик. Итак, в игре два новых героя. Расскажите о них. Конечно. Во-первых, мы добавляем в ход с такого легендарного персонажа, как Вариан Рин, бывший король Штормграда. Он будет первым мультиклассовым героем в зависимости от выбираемых игроком талантов. Может быть, либо бойцом передней линии, впитывать дэмэдж и выступать в роли соло-танка, либо же смертоносным убийцей, наносящим уйму урона своим мечом. В игре также появится Рагнарос, персонаж ближнего боя. Ультимативная способность Рагны называется «Расплавленные недра». С ее помощью он может захватывать форт или крепость, и превращать ее в свою ультимативную форму. В этой форме он неподвижен, зато выдает просто тонны урона по всем врагам, которые подвернутся под руку. Так что игрокам, которые захотят хорошо освоить Рагнароса, нужно будет научиться выбирать наиболее удачный тайминг для прожимания этой абилд. Расскажите подробнее о способностях этих героев. Вариан – это классический воин в стиле World of Warcraft. При игре за него вы можете выбирать из 6 различных стилей. На 4 уровне у героя есть 2 таланта, и они очень разные. Один из них, который называется Shield Wall, серьезно улучшает его оборонительные способности. Выбрав этот талант, Рин с помощью абилки парирования, которая изначально отражает только автоматические атаки соперников, получает возможность поглощать весь наносимый ему урон. В результате Вариан становится просто-таки супертанком. Или же можно выбрать талант Warbringer, который улучшает способность рывок. Кто играл в WoW за воина, тот знает, что это такое. Так вот, талант Warbringer уменьшает время перезарядки этой способности с 16 до 6 секунд. Очень мощный апгрейд, который подталкивает игрока к агрессивной игре, потому что эта штука также оглушает соперника вместо базового замедления. Появляются новые возможности по контролю оппонентов, возможность безнаказанно прорваться на заднюю линию вражеского отряда. Далее на 10 уровне у вас будет 3 возможных опции, и именно здесь будет определяться специализация персонажа. Можно выбрать провокацию, тем самым сделать из Вариана танка. Он вооружится щитом, его здоровье увеличится на 50%. У него также немного снизится скорость атаки, но зато появится способность провоцировать соперников. У этой способности очень маленькое время перезарядки, и ее суть в том, что Вариан заставляет выбранного соперника атаковать именно его, что в принципе почти как оглушение. Однако если против вас выступает какой-нибудь ассасин, то здесь еще стоит подумать, а надо ли оно вам. Еще можно взять удар колосса, и тогда Вариан отбросит щит и начнет использовать меч как двуручное оружие. Вообще все выборы влияют на экипировку персонажа и его анимацию, чтобы соперники могли считать ваш выбор. Так вот, способность удар колосса в 2 раза увеличивает наносимый Рином урон, но взамен он немного теряет в здоровье. Как это применить? Можно включить удар колосса, ворваться в гущу соперников, сделать им больно, а также бонусом на 25% увеличить их уязвимость к атакам как самого Вариана, так и его союзников. И, наконец, последний вариант – двойные клинки ярости. Берете эту способность, и Вариан разделяет свой клинок на 2, опять же изменится его внешний вид и его анимация. Скорость атаки удвоится, но в качестве компенсации количество наносимого за одну атаку урона снизится. Это пассивная героическая способность, выбрав которую персонаж получает бонус к атаке и скорости перемещения за частые удары по соперникам. Здесь нужно постоянно держаться в контакте с врагом. В итоге стиль игры за Вариана может очень напоминать или Дана, или Жартаниса, в зависимости от того, какой выбор вы сделали на 4 или на 10 уровнях. А что насчет Рагнароса? Рагнарос – это мощный убийца ближнего боя. Его ключевая способность – это усиление Сильфураса, которая позволяет следующей автоатаке быть особенно смертоносной, при этом восполняя персонажу здоровье. Время перезарядки у абилки относительно небольшое, и это важно для мили-убийцы. На кнопку W поставлен живой метеор. Благодаря этой способности у Рагнароса появляется возможность нанести урон на дистанции. Метеор буквально падает в указанную зону. Но что самое интересное – дальше его можно перетаскивать мышкой. Вы задаете направление, а метеор катится в этом направлении и наносит урон всем соперникам на своем пути. Ну и на клавише E у Рагны взрывная волна. Используя эту способность, Рагнарос поджигает себя или одного из союзников на 1,5 секунды, увеличивая скорость передвижения. После следует взрыв, который наносит урон по области. Можно использовать эту способность на самом Рагнаросе, чтобы быстро добраться до скопления противников и нанести им урон, или чтобы наоборот выбраться из заворота.
заварушке. Можно зажечь и танк, а тем самым позволив ему инициировать сражение. Ну и, наконец, две героические способности. Первая – удар Сильфураса. Рагнарос подбрасывает свой молот в небо, и тот падает обратно через 1,5 секунды, поджигая очень большую область. Те соперники, которые находятся близко к эпицентру поражения, получают тройной урон и оказываются оглушены. Вторая героическая способность – волна лавы буквально отражает механику и дарует ощущение босса. Это первая способность подобного рода в игре. Из вашей крепости вытекает волна лавы, которая начинает свое движение вперед. Все вражеские миньоны, которые прикоснутся к волне, будут немедленно уничтожены, а герои, которых угораздит замешкаться, получат просто тонну урона. Да, волна будет двигаться медленно. Во время ее каста на карте будет озвучено глобальное предупреждение. Она будет отображаться на мини-карте. В общем, вы заметите. Но все равно лучше вам гарантировать возможность держаться от нее подальше. Круто. А у нас вопрос от TommyGun200 с goodgame.ru. Будут ли в Heroes of the Storm другие персонажи-боссы? Он спрашивает об Overmind'е из StarCraft. Я могу даже представить себе механику. Для игры нужно будет 5 человек. За Чугалла двое ведь только играют, да? Ага. Да, в общем, 5 человек плодящих зергов. Нам нравится Overmind, мы много обсуждали его. А вообще, мы именно им и вдохновлялись, когда добавляли вход с Абатура. Он ведь предполагался именно, что героем без возможности к передвижению, но со способностью как бы присутствовать в любом месте карты. Однако потом наши художники предложили нам другую модель персонажа. Собственно, вот так Абатур и появился в игре. Не могу сказать, что Overmind точно не заглянет в Nexus. Нам понравилось делать рейд-боссов. У них очень интересные фишки и концепции, которые нам хотелось бы добавить в игру. Думаю, что в будущем в Heroes of the Storm появятся и другие рейд-боссы. Игрок с ником HasGirl спрашивает, будет ли вход с контент, который будет генерироваться непосредственно пользователями. Да, мы уже обсуждали это, когда создавали редактор карт. Если взглянуть на историю жанра таких игр, как Heroes of the Storm, то можно заметить, что они зародились буквально на заднем дворе наших игр. Сначала был Strife мод в StarCraft 2, потом Warcraft 3 и все тамошние вариации на тему Defense of Ancients, ну и в итоге Dota All Stars, которая стала невероятно популярным модом для Frozen Throne. В общем, мы давно поняли, что целый жанр вырос из творчества людей, которые работали с редактором карты и задались вопросом, а можем ли мы дать доступ к редактору Heroes of the Storm нашим игрокам? Здесь с этим, к сожалению, немного сложнее, нежели в StarCraft 2, потому что герои — это бесплатная игра. Если здесь кто-то создаст контент, который будет нарушать чьи-то авторские права, ну, к примеру, карта Бэтмен против Микки Мауса, то Disney и Warner Brothers обратятся к нам с просьбой убрать эти материалы. И нам по логике нужно будет забанить этого юзера, но так как это бесплатная игра, то ему ничего не помешает зарегистрироваться снова и вновь сделать что-то подобное. Не то чтобы это было нерешаемой проблемой, в свое время мы найдем к ней ключ. А одно точно, нам нравится идея контента, который будет генерироваться пользователями. Может, в ближайшее время мы пригласим кого-то из нашего сообщества для того, чтобы вместе сделать новый режим для потасовки. Было бы проще и быстрее, если бы нам удалось разобраться с юридической стороной вопроса. Но в любом случае, к чему-то подобному мы будем стремиться. Хорошо. Пользователь с ником Togir спрашивает, вы думали о том, чтобы сделать в меню кнопку «Быстрая игра с фильтрами» на случай, когда нужно выполнить какой-то ежедневный квест, сыграть, например, за убийцу или за героя из StarCraft 2? У нас уже есть фильтры на тот случай, если игроку нужно подобрать себе героя по определенным критериям. Мы думали о том, чтобы сделать улучшенный автовыбор, то есть выбор персонажа в соответствии с заданным архетипом. Но пока что только изучаем потенциальные возможности. Отмечу также, что если вы зайдете в нерейтинговые игры или в драфт, то там все герои идут в зачет для всех квестов. Сыграйте за одного из героев в режиме драфта, получите очки прогресса для всех своих квестов. Так что можно просто сыграть несколько игр вне рейтинга и выполнить все квесты вне зависимости от того, каким архетипом или героем из какой вселенной вам нужно играть. Можно пока что рассмотреть это как альтернативу.
Вообще сейчас мы ищем возможность переработать систему квестов и систему прогрессии. Вот прямо на BlizzCon мы анонсировали отмену потолка уровня, то есть игроки смогут прокачивать героев выше 20 уровня. Мы хотим, чтобы геймерам было удобнее и интереснее. И здесь мы приходим к возможным изменениям системы квестов. Пытаемся понять, можем ли мы улучшить ее. Думаю, что сейчас квесты в игре воплощены еще не самым лучшим образом, поэтому игроки могут ожидать обновления квестовой системы в будущем. Мы сделаем ее еще более увлекательной. Как минимум, можно добавить привычные квесты недели и квесты месяца. Да, именно так. Мы много чего обсуждаем, например, легендарные квесты, которые будут появляться в игре в случайное время и будут длиться всего несколько часов. Можно сделать много чего, еще куча неопробованных возможностей. Игроки могут ожидать от нас новостей по этому поводу, но уже в следующем году. Игрок с ником StarCraft Critic спрашивает, вы пытаетесь добавлять в игру уникальных героев с уникальной механикой, но прокачка для всех все равно одна и та же. Вы всегда выбираете героическую способность на поздних уровнях. Будут ли в игре какие-то герои, которые смогут взять ультимейт, например, на первом уровне? Ну, вообще-то мы уже добавили в Nexus красавицу Трейсера, она может использовать свою героическую способность уже с первого уровня. На 10-м ее можно только усилить, но, конечно, еще вполне можем рассмотреть какие-то нестандартные варианты с распределением навыков и способностей по уровням. Недавно вот в игру ввели Хроми, и она получает все свои способности на уровень раньше, таким образом ее ультимейт становится доступен на 9-м уровне. А вот вам информация, которую еще никто не знает. Мы хотим сделать так, чтобы Хроми получала свои таланты не на один, а на 2 уровня раньше. Хотим попробовать, посмотреть, как это сработает. Если не зайдет, то сделаем обратно, как было. Ну а сейчас мы вообще много обсуждаем развитие персонажей, спрашиваем у себя, обязательно ли всегда вводить героическую способность на 10 уровне. Вот сейчас в игре появился вариант мультиклассовый персонаж, и мы будем продолжать экспериментировать. У Вариана на 4 уровне только 2 варианта, тогда как у других героев их по 4, по 5. Мы считаем, что нам нужно как-то сочетать индивидуальную прокачку с прокачкой команды, но сейчас мы рассматриваем варианты с тем, чтобы игроки могли делать персонажей мощнее с помощью талантов, получаемых за выполнение квестов. Только представьте, как и прежде, игроки получают таланты на определенных уровнях, но в полной мере эти таланты раскрываются только после выполнения определенных заданий. Это еще один способ получить в игре моменты, когда тот или иной персонаж будет чрезвычайно силен и сможет помочь своей команде, при этом продемонстрировав хорошую индивидуальную игру. Очень интересно. Тракот спрашивает, почему у игроков нет возможности контролировать иллюзии Новы, хотя бы с помощью отдельного таланта. Мы много говорили об этом. У Новы очень много мощных способностей, которые хорошо уживаются с ее концепцией невидимого убийцы. И она очень нравится игрокам, но мы знали, что рано или поздно в Нексусе появится повелитель клинка. В итоге так оно и произошло, в игру несколько недель назад добавили Самуро. Сейчас он немного оверпауэрный, но не беспокойтесь, мы уже готовим патч, в котором ослабим его. На следующей неделе порежем урон, который наносит и сам герой, и его иллюзии. Хорошенько все откалибруем, но если бы Нова могла контролировать свои иллюзии, то у нее была бы практически такая же способность, как у повелителя клинка. И мы решили приберечь эту концепцию с контролем иллюзий для Самуро. Но вполне возможно, что в будущем мы подумаем над тем, чтобы добавить какие-то новые возможности Нове и ее способностям. Думаю, на этом все. Отлично. Большое спасибо.